весовая категория 76-81. Итак, представляем участниц лично-командного чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди женщин весовые категории 76 и 81 килограмм. Жунисбаева Айдана, Алматинская область, мастер спорта. Данилбаева Асылзат, Кызылординская область, мастер спорта. Колбай Аружан, город Алматы, мастер спорта. Нурлыбекова Арай, город Алматы, мастер спорта международного класса. Мурзахметова Аланджела, Кутайская область, мастер спорта. Бесенова Дельнас, Восточно-Казахстанская область, второй размер. Категория 81 килограмм. Лежанова Аюн, Алматинская область, мастер спорта международного класса. Челкарова Анжела, Алматинская область, мастер спорта международного класса. Новикова Виктория, Кутайская область, мастер спорта. Кипшакбай Динара, Кутайская область, мастер спорта. Байманапад Акиркеп, город Алматы, мастер спорта. Ломаева Милена, Кустанайская область, кандидат мастера спорта. Судьи, обслуживающий данный поток. Алибаев Эрик, международная категория, город Петропавловск. Алхадиев Виталий, город Павлодар, национальная категория. Серегов Кызымахабад, город Талдыбурган. Жюри, обслуживающий данный поток. Кирюхин Александр, национальная категория, город Караганда. Люшин Василий, город Семей, международная категория. Сергеев Руслан, международная категория, город Алматы. Секретарь потока Острикова Камиля, международная категория. 10 минут на разминку. Судьи, участницы.